позиция сейчас понятна, моя тоже. По всем опорам так привести в соответствие, как мы говорим. Я не буду по каждой опоре принимать решение. Сейчас поехали, я знаю, что участок, где есть парковки, где автобусная остановка должна быть, правильно? Где еще такие важные, где вместе надо обсуждать? Чего? Ну вот мы уже говорили, участок проблемы. Почему? Под асфальт. Потому что сейчас на территории. Они там не будут. В моем проекте его нет. В моем проекте. Предложения, Игорь Васильевич, какие? Хорошо, обсудили, какие предложения? Что, Игорь Петрович? Вы какие предложения? Я думаю, что его надо заставить сделать. Кого заставить? Владельца магазина. Ну, будем так, это земля же его. Но. Ну, соответственно, он может. Поэтому готовьте письмо на первого заместителя главы города, значит, на собственника, а первого заместителя главы города совместно, значит, с службой ЦОЖ провести работы по проведению ремонтных работ, асфальтирования на той земле, которая примыкает к дорожному полотну. Земельный участок же частный. Вот делает частник, сколько там объем затрат? Не знаю. Ну, грубо, грубо. 1 миллион. А? 1 миллион. Вот около 3 миллионов. Да. Что-то у вас участок здесь намного меньше стоит, чем вы прям грубо сказали, 7-8, как обычно. Давайте так, сумму я сейчас не готов сказать. Тёша, Игорь Васильевич, твоя задача тогда просчитать. Просчитать объемы, что ли? Ну да. Ну, совместно свести подрядные организации. Я, сами. Игорь Петрович, я сводил. Не буду. Просто не буду. Нет, вы здесь давайте, буду, не буду, не должно быть так. Как я не считаю, не что да вот так. Потому что здесь, если подрядчик, условно говоря, находит средства для того, чтобы вы сделали, ну все, да все равно дорогу делаете. Сделайте заодно за его средства на той земле, которая у него есть. Он, во-первых, не хочет, потому что это не знаю. Это копал теплосеть, поскольку теплосеть меня... Теплосеть не копали здесь. А кто это копал? Копал из Осима. Мы находимся на канун празднования 341-й годовщины города, да? И вот я поверил бы, как, значит, может быть, в 17-16 веке, когда мы бы, допустим, что-то стояли, там, это земля моя, это не моя земля, я буду сейчас, значит, хочу, не пойду. Администрация города сегодня, значит, является заказчиком, чтобы в городе был порядок. И когда, получается, средства выделяются с бюджета края, Российской Федерации, будьте любезны, уважаемые подрядчики, выполнять все-таки те обязанности, которые возлагаются, да? Вы не в деревне тоже, значит. Надо сделать. Наша задача объединить всех хозяйствующих субъектов, которые есть. Мы проведем с ним работу. И поставлю задачу первому заместителю. Значит, вы, пожалуйста, обеспечьте, чтобы он быстрее, оперативно прибыл. Диалог следующий, который вы знаете. Игорь Васильевич, вы тоже будете участвовать. Пенский тогда, Каминский и подрядная организация, и собственно. Все, мы должны это сделать. Я вижу, в чем проблема, то есть получается ближе к проезжей части, это получается его земля, так? Да. Вот. Ну, что теперь сделаешь? Что сделаешь? Надо делать. Мы не можем этот кусочек не сделать. Поехали. Можем. У нас следующий проблемный участок. Можем. Где? У нас... Особый проблемный участок.